Учащиеся средней школы комплекса эстетического воспитания номер 8 стали призерами двух международных конкурсов, которые прошли в Астане и Санкт-Петербурге. Североказахстанцы поражали жюри искусством игры на дамбре и хореографическим мастерством. Ольга Загоруйко подробнее. Диас Усольцев в свои 12 не только свободно говорит на казахском языке, но и выразительно декламирует стихи. Ему нравится «Туган жер» Касыма Аманжолова. За художественное чтение этого произведения Диас получил диплом второй степени на международном фестивале-конкурсе «Акка Гершин» в Астане и занял 3-е место в номинации «Народное исполнение». Играл 2 кюэ на дамбре. Я на дамбру хожу 3-й год. Меня увлекла мама, и мне понравилось. И я выступал на конкурсе с 2 произведениями под названием «Челдерми» и «Балбарон». И «Балбарон» – мое самое любимое в этот момент. Ансамбль 8-й школы «Блактар» также принял участие в этом конкурсе. Девушки выступили с украинским и русским танцами. Результат – 3-е место и дипломы «Лучший педагог» руководителям Юлии Высочиной и Оксане Бондаренко. Я думаю, наши дети достойно выступили на этом конкурсе и достойно представили нашу область, нашу школу. Мы гордимся своими детьми. Конкуренция была очень большая. 30 коллективов участвовало со всех уголков Казахстана и из других государств. Мы достаточно долго готовились к этому. Репетиции. Мы целенаправленно шли к этому. Весенние каникулы стали удачными на медали и для другого ансамбля 8-й школы. Коллектив «Импровизация» побывал на международном конкурсе хореографического искусства «Арт Премиум Авард» в России. Среди конкурентов в Санкт-Петербурге были 24 коллектива, в основном из Москвы и культурной столицы России. Несмотря на сильное соперничество, за танец «Лебеди» североказахстанцам присудили 1-е место. Было много коллективов. В основном танцевали вариации из балета, а мы танцевали постановку руководителя. Много танцевали на пальцах. Было интересно соревноваться с профессионалами, были профессиональные судьи. Там был победитель танцев ТНТ Ильшат. Также 2 участницы североказахстанского ансамбля прошли в балетную академию всемирно известного хореографа Бориса Эйфмана. Ольга Загоруйко, Роман Куценко, новости МТРК.